Адам Бургский, польский философ, логик, филолог, издатель и педагог эпохи Возрождения. Биография. Первоначальное образование получил в костельной школе во Львове, с 1579 обучался в Краковской академии, где в 1580 стал бакалавром. Позже был учителем во Львовской костельной школе в 1587-1590. Предположительно, был ее ректором, некоторое время обучался в Италии. С 1593 года доктор философии. В начале 1597 по приглашению гетмана Яна Замойского стал профессором красноречия, возглавил кафедру моральной философии в Замойской академии, третьем в Польше высшем учебном заведении, через несколько месяцев стал ее ректором. Был одним из главных представителей польской философской мысли эпохи Возрождения, сторонник эмпиризма и индуктивного метода в науке, боролся за секуляризмом и школьную автономию против гегемонии церковных властей, занимал в кафедру математики и философии Краковской академии, руководил академической типографией. По повелению короля Сигизмунда III А. Бурский пересмотрел прежние издания немецко-саксонского права и издал в 1602 году новое под заглавием «Jurisprudentialis quod speculum vulgonan capatur». Из других его сочинений особенно замечательны «Диалектика Сисеронис Этак», «Арейша фунбрис», «А Йоаннис Замосци». Многие его произведения остались в рукописи в библиотеке Замойских в Варшаве.